Входная железная дверь была закрыта на 3 замка, поэтому спасателям пришлось потрудиться, чтобы аккуратно выломать все затворы. Тело хозяина сотрудники МЧС обнаружили сразу же. Мужчина лежал на полу в зале. Он не отвечал на телефонные звонки. Мы посредством телефона общались. И вот в последнее время не обращал. Ну и знакомый вот приехал, Сладков. Почувствовал запах трупный. По словам коллег по работе, и раньше бывало, что мужчина по несколько дней не отвечал на телефонные звонки, поэтому друзья и знакомые с самого начала исчезновению человека не придали никакого значения. Лишь спустя время, на всякий случай, решили его проведать. Супруга говорит, да, выпивал. И поэтому и развелась с ним первая жена. Мужчина несколько раз был женат, даже есть дети. Правда, в последнее время он жил один, а с родными общался мало. На месте эксперты не смогли назвать причину смерти, ведь тело успело сильно разложиться. Какие-либо выводы можно будет сделать после экспертизы. Равиль Сайганов, Максим Зуйков, Эфир 24.